Строительная компания «Селф» не прошла квалификационный отбор и пока не может быть допущена к реконструкции Краевого художественного музея. Об этом стало известно из решения конкурсной комиссии. Как указано в протоколе, основанием для недопуска к заключению контракта стало несоответствие застройщика дополнительным требованиям. В частности, речь идет об отсутствии технического оборудования, необходимого для проведения строительных работ. Стоит отметить, что «Селф» был единственным участником госзакупок на достройку музея. На эти цели планировалось выделить свыше 600 миллионов рублей из краевого бюджета. «Селф» был и остается фактически единственным партнером правительства Алтайского края по возведению крупнейших объектов. Он строил перинатальный центр «Дар», сейчас возводит театр кукол, школы и детские сады, достраивает противотуберкулезный диспансер. Возможно, новое руководство края решило изменить ситуацию и демонополизировать рынок строительства государственных объектов, пишет Политсибру. А тем временем в арбитражный суд поступил иск от перинатального центра «Дар» с требованием возместить убытки за поставку некачественного оборудования. Ответчиком по делу значится все тот же «Селф». Компания выступила застройщиком медучреждения. Сумма убытков оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 10 октября. Напомним, что поставка оборудования и строительно-монтажные работы были прописаны сразу в нескольких госконтрактах с Минздравом. Причем ранее ООО «Селф» обращался со встречным иском к ведомству с требованием возместить задолженность в 7 миллионов рублей по данным обязательствам.